меня сейчас второй заход. Я еду в контейнер-парк, выбрасываю старые зеркала, какую-то ненужную мебель. У меня сейчас этот открыт багажник, поэтому такой шум. Не закрылся багажник, там всякий хлам. Вот сейчас я это все выброшу тоже. И пойду домой, пообедаю, буду отдыхать. Смонтирую этот влог вам. Может быть, кого-нибудь я сориентирую тоже на выброс лишних вещей. Если можно это все как-то рециклировать, да, то обязательно это делайте. Да. Вот у нас в Бельгии все распределяется. Дерево отдельно, стекло отдельно, зеркало отдельно, там фаянс, плитка отдельно, садовый мусор отдельно, масло отдельно, все сортируется, все абсолютно. И очень строго, везде камеры. И сейчас это стала платная функция, если ты хочешь что-то выбросить, там что-то платно, что-то нет. Вот, поэтому обязательно следите за этим. Если есть возможность, в России, по-моему, все типа сортируется, а потом все свозится на одну мусорку. Мы такие твари с вами, мы так загадили эту планету. Мне просто так жалко, когда я вижу красивые, девственные, чистые кусочки природы, а там кто-нибудь насрал, я имею в виду, бросил мусор, оставил там какой-то свой вонючий, оставил какой-то свой мусор, банки какие-то, склянки, пластик. Думаю, какие же вы сволочи. У тебя бы дома кто-нибудь пришел к тебе в твою спальню и навалил там кучу мусора. Как бы тебе было, да? Какие люди все-таки? Короче, вот так вот это все. Вот так вот все это выглядит. Везде написано, что там, дерево, пластик. Приезжайте вот такую индустриальную зону. Вот эти вот все баки, они все подписаны. Где-то там, я не знаю, пластик. Вот здесь, например, всякое тряпье, рофел. То есть туда нельзя делать. Итак, взвесили мою машиночку. Моя машиночка весит 1630 килограмм. Сейчас я буду выезжать, ее взвесить заново. Она будет на пару килограмм легче. Я заплачу какие-то копеечки. Я выбросила пластиковые горшки. Я выбросила какие-то деревяхи, какие-то рамки старые деревянные, какие-то от полок всякие деревянные штучки. В общем, дерево, пластик я выкинула и тряпье. Это все здесь в отдельных таких контейнерах. Езжайте наверх. Короче, вот так вот подъезжаете и из машины своей туда все выбрасываете. Вот, вот сзади там машинки, видите, так вот в очередь стоит. Просто неудобно как-то все это снимать. Здесь корявенько снимаю. И ну, что я вам хотела сказать по поводу аскетизма и вот этого всего момента, что надо выбрасывать старое, не покупать новое. По факту мы пашем, многие из нас. Рябусик со мной тут рядышком. По факту многие из нас работают, чтобы тратить деньги. Некоторые кредиты берут, чтобы тратить деньги на тряпки, на еду. Что по факту потом мы смываем в унитаз и выкидываем вот так вот, да, эти шмотки. Да, конечно, безусловно, приятно пользоваться новым телефоном, покупать красивые вещи в дом, да, красивые украшения носить. Это все очень классно. Но нас это не радует буквально через пару минут, да, когда вот как-то вот первое впечатление проходит. А поездка, например, на Алтай, не знаю, на Кавказ куда-нибудь, может быть, в Гималайи куда-нибудь, на Гималайские горы, да, не знаю. Острова Пхипхи, я не люблю Таиланд, но острова Пхипхи – это просто рай на земле. Кто-то любит Мальдивы, да, кто-то в Австралии, там тоже прекрасная природа. То есть, понимаете, да, вот эти впечатления от путешествий, их ничем не, мне кажется, не смыть из памяти. Поэтому путешествия, наверное, это важнее, чем тряпки. Но в моменте они тоже радуют. А потом, когда ты их выбрасываешь, такое облегчение испытываешь. И мне говорят: Аня, перестань покупать, а то через год будет такая же куча. Я говорю: я не могу не покупать. О чем я буду рассказывать в своем блоге? О Достоевском? О мечтах поехать на Алтай, там, я не знаю, на Байкал, увидеть Камчатку. Да, я все бы это тоже очень хотела. Но, понимаете, это быстрый дофамин. Ты покупаешь тряпку, она тебе дает эмоцию позитивную. Все. И ты на это подсаживаешься, как на быстрый дофамин. Как на поел, быстро получил удовольствие. Купил что-то, быстро получил удовольствие. А какую-то поездку интересную надо планировать, на нее как-то подкопить, как-то все организовать. Организатор я просто ноль. Вот такие размышления у меня сегодня философские.
Согласны со мной, что не надо тратить деньги на терапию? Но я исключение справила. Мне нужно, потому что я же вам должна что-то рассказывать. Я же не могу вам только рассказывать про, я не знаю, там... Сегодня, кстати, Зоя Кравец и Ченнинг Татум развелись. Вот такая новость. Подумайте об этом. Самая красивая, самая такая какая-то была искренняя пара Голливуда расстались. Всем привет, мои дорогие! Сегодня прекрасный... Я как Николай Василенко. Прекрасный солнечный день, улыбаемся этому дню. И идем с вами в... И идем с... Люблю веселых людей. Сегодня идем с вами в парфюмерный магазин. Я вам покажу все новинки. Все вам покажу, расскажу все свои экспертные мнения по поводу новинок парфюмерных. Мне очень нравится Tom Ford новый. Мне очень нравится Шанель. Шанель. Ну, Шанель тоже классная есть, которая в яичке. Мне нравится Барения. Эрмес. Эрмес Барения. Прекрасный аромат. Что же такое-то? Невозможно снимать. Все лезут в кадр. Все, мои любимые, сегодня будет прогулка по моему городу. Вы просили. Магазином пройдемся. Оставайтесь со мной. Осенний парк. Пахнет каштанами, вот этой вот листвой такой осенней, чуть-чуть подгнивающей. Такая красота. Пахнет Калининградом. Давайте прогуляемся. Мы обычно с вами по той стороне ходим, а в этот раз давайте пройдемся по этому. Наш городской парк Остендовский. Здесь хорошо. Именно пройтись, вот как я сейчас гуляю, смотрю на все. Слушайте, когда я была молодой, вообще на это ничего внимания не обращала. Ни на растения, ни на какую-то красоту. Да, парк, конечно, в таком чуть-чуть заброшенном состоянии, но я думаю, что его починят. Обычно редко в Бельгии такое запустение встретишь. Ну, сделают. Здесь беседка вот красивая. Ну, все равно прекрасно. Гуляйте. Гуляйте, пока вот... Золотая осень, пока хорошие деньки. Вот так, знаете, видимо, у нас последние дни было все время очень дождливо. Я вот поймала вот такой вот денечек, чтобы выйти немножко прогуляться. Показать вам наш город. Как будто с ним прощаюсь. Есть такое. Ну что, каникулы. Посмотрите, сколько народу. Погода хорошая. Очереди заморожены. На минуточку. Но нам это не надо, правда? Мы на диете. Шучу, шучу, шучу. Так, мне нужно купить для моего телефона какой-нибудь чехольчик. Ой, какое солнце яркое, обожаю. Нужно купить чехольчик для моего телефона, стекло защитное, да? И пойдем посмотрим парфюмерные новинки. Мне очень нравится Tom Ford и Hermes. Две топовые новинки, я хочу вам про них рассказать. Ай. Вот такой вот у нас есть универмаг. Сейчас мы туда залетим. Что-то полиция едет. Непонятно, чего он тут катается. Вообще тут нельзя ездить на машинах. Это... Уп! Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Парфюмерный магазин. Так, это вот тоже новиночка. Это рождественская коллекция Шанель. Посмотрите, какие дикие цвета в стиле комбинация 90-е. Но хайлайтер очень красивый. Смотрите, какой он большой. И он очень классный, такой влажный. Видите? Красивый очень. Так, ну, лаки тоже такие с 90-х, а-ля. Помады тоже не очень. Hello. Не знаю, девочки, знаете ли вы, но бренд Milani, у них, кстати, очень хорошие румяна, есть в Бельгии и представлена в CTD. Но не только там есть такие чудеса, есть там еще и продукция Sephora. И уходовые средства Sephora, и косметика, и все от Sephora. Представляете? А Sephora, кстати, неплохая косметика. Но я пришла сюда за подводкой от Physicians Formula. Wet n Wild здесь тоже есть. Deborah. Ну, Deborah это не совсем известный бренд, мне кажется. А вот Wet n Wild и Physicians Formula это очень приличный, считается, американский. Что-то такое белое-белое. Пудра какая-то. Бренд. Дебби
Ну а где Physicians формула? Вот Physicians формула. Так, ищем подводку. А подводок нет, что ли? А подводок нет. Хочу себе хорошую подводку купить, но вот хвалили девчонки. Ну хотя у меня опыт не лучший был с Physicians формула. Даже не знаю, что вам сказать. Вот такие какие-то цветные, смотрите, есть. Какие-то карандаши. Блин, сейчас зашла в магазин в Ина. Хотела вам снять про Баренью обзорчик, про новую Tom Ford туалетную воду Ombre Leather. Нельзя снимать! Я говорю, где написано? Нельзя, и все. Я говорю, кто сказал? Короче, они как неадекватные какие-то. Сами где-то слышат что-то, что как будто, знаете, это какой-то чертов секретный объект. Дэвид Бекхэм, как вам? Ничего себе. Красивые, кстати, флаконы такие у Дэвида. По 26 евро. Монбланк. Не, дешевка. Хотела заказать себе суши. О, посмотрите на этого чувака. Как вам такое? Обалдеть. Короче, хотела заказать себе суши, а потом решила взять себе поки. Поки-поки, вот такие поки. Я сейчас поем. Что-то я выскочила, сегодня даже не поем. Ну что, давайте попробуем. Палочками есть. Я так люблю вот это вот, этот имбирь. Вкусно? Редко такое ем. Небольшой любитель азиатчины. Но иногда хочется. Правда? Тут столько вкусов. Острое, соленое. Сладкое. Но приятный вкус манго. Сладкого манго. Вот с этим вот имбирем маринованным. И с сырой рыбой. Очень вкусно. И водоросли люблю. Иногда можно такое поесть. Но не зимой. Мне кажется, это чисто летняя еда. Легкая такая. Короче, такой у нас есть тут прикольный магазинчик Фастенда. Ферм называется. Смотрите, вот такая рубашечка мне приглянулась. У меня уже был свитер от этого бренда. Помните, я его залила хлоркой? M by M называется бренд. Шпам скандинавский. Смотрите, вот она, 80 евро стоит эта рубашка. Короче, я не знаю. Она вот такая вот вся мятая. И такой как будто бы хлопок блестящий, как будто бы это полиэстер. Вот тут такие еще штуки по бокам. Ну, короче, мне кажется, что это слишком дорого для такой рубашки, 80 евро. И она последняя, их уже все скупили. И мне такое ощущение, что это даже не хлопок. Сейчас посмотрю. Короче, вот так вот она выглядит. Вроде прикольная такая, да, с черными джинсами будет хорошо. А вроде как бы и дороговато, 80 евро. Короче, вообще уже сдурели. 52% полиэстер. Я так и поняла, потому что она так вот блестит. Вам камера не передает, но она блестит. 52% полиэстер. Ну, не знаю. M by M. Короче, ладно, все, не буду брать. Лучше хлопковую пойду куплю. Ну, блин. Она такая тонкая, знаете, такой противный, скользкий материал. Ну, не знаю, может быть, там за 20 евро можно. Тут такие карманчики прикольные. Короче, вроде нравится. Вроде как будто хочется что-то поплотнее на зиму, да? Смотрите, какие классные свитера здесь продаются. Я обожаю вот такие вот серые, мягкие. Но это, мне кажется, не шерсть. Слишком мягкий. Не вижу состав. Классные. Хороший магазинчик. Здесь классные вещи, но, конечно, дороговато все. Итак, девочки, вот это шикарнейшая новинка Tom Ford Ode Ombre Leather. Это туалетка облегченная. Это не кожа, это замш. С ореховыми такими фисташковыми нотками. С таким каким-то сливочно-сладковатым бобы-танка оттенком.
В общем, такой орехово-замшевый, очень красивый, абсолютный унисекс. И девочкам, и мальчикам можно носить. Кого ищите подарок мужчине, женщине, очень хороший аромат. Если для женщины это будет жестковато, то барение от Эрмес. Это ягоды, кожа, ну такая кожа очень дорогая, нежная, красивая. Фантастические два аромата, это просто мои любимки. Извините, что снимаю в таких условиях, но потому что очень много народу, музыка играет. В общем, я в этом магазине только смогла снять, потому что в других иногда истерят и не дают снимать продавцы. В общем, это вот для него и для нее. Можно менять местами. У Ив Сен-Лоран, ну, новиночка кофейная, вишневая, опиум. Не советую, не нравится, химоз. Но если кто-то любит эту линейку, то, конечно, брать. У наших любимых герленчиков вышло вот такое вот трио. Но я бы обратила внимание на розу Амиру. Это восточная тяжелая удовая роза. Я все-таки больше люблю Сантал Рояль, он у меня есть в старой упаковке. Очень красивый аромат, восточный, насыщенный, очень красивый. Ничего особенного. Но вот на Амиру обратите внимание, если любите тяжелую розу. Посмотрите на эту красоту, это хайлайтер, я ими не пользуюсь, но какая красивая пудреница, да? Это хайлайтер от Dior. Вот он вот такой вот, розовый, яркий, блескучий. Вот этот второй посветлее. А, и, кстати, они рефильные. Видите, можно рефильчик доставать и вставлять туда другой. Очень нравится. Эта упаковка такая какая-то. Класс. Белое с золотом. Солнышко там какое-то. Вот часы солнечные. Очень красивые. Вот эти помадки, они все с таким шиммером специальным. То есть вы сначала наносите на губы, а потом губы так соприкасаетесь друг с другом, и блестки появляются. Мне кажется, прикольно. Лак какой-то еще был один, пропал. Есть лачок еще был какой-то. Ну, ничего особенного, помада некрасивая. Вот это тоже некрасивый футляр у теней. Но тени неплохие. Красивый оттенок такой. Базовый, не то что у Шанель. Видели у Шанель какие оттенки? Просто ужас. Посмотрите, как красиво. Все подойдет на каждый день. Особенно вот эта палеточка. Я бы себе вот эту выбрала. Ну, в принципе, не обязательно. А это только ради упаковки бы взяла. Посмотрите, какая красота. Ну, эта ткань запачкается, наверное. Так, я себе присматриваю подводку. Сейчас что-нибудь выберем. Короче, приглянулся мне один блеск. Лоранс для губ. Масло. Масло-блеск у них такие вышли. Помните, у них раньше были? У меня есть в двух оттенках. Я, кстати, люблю это масло. Очень комфортное. Оно полупрозрачное. Но увеличивает губы. Блеск. Блестит, но не липкий. Может, в тонях куплю его. Покажу вам такой. На вид такой яркий, цвет темный. А на губах прозрачный. Ой. Я вспоминаю, где же я еще одну рубашку видела клетчатую. Надо пойти посмотреть. Ага. Мне сказали, что в этом магазине есть эти подзарядки. Смотрите, какая удобная штука. Для айфонов. Надо купить такую. Ну, хотя я здесь покупала вот такую подзарядку, она не работала. Не буду я брать ее. Опять не будет работать. Сегодня обедаю в поле. Поль-полюшка. Часто здесь кофе пью. Новый Лоранс блеск. Купила я себе этот блеск. Очень классный. Очень красивый. Так, ну что. Сегодня у нас моцарелка. Очень вкусная. Люблю этот поль. Французская, по-моему, пекарня или бельгийская. Так, перекусить. Дома ж хлеба нет с бутербродами. Надо еще в кафе подъедать. Холоднючий такой. Не очень вкусно. Надо было взять с сыром. С бри. Плохой свет. Плохой свет здесь. На улице уже холодно сидеть. Все. Обычно я на улице сижу. Вот так вот этот оттенок смотрится на губах. Он такой сливовый. Очень красивый. Натуральный. Нежно-розовый. Очень вкусненький. Ой,
в России такого нет прикола. Во Франции, в Бельгии всегда кофе приносит какую-то вкусняшку. Либо конфетку, либо какую-то выпечку, либо какую-то маленькую, недорогую, но вкусняшку. Всегда приходит, всегда бесплатный хлеб в европейских ресторанах. Во французских ресторанах вода. Гарнир входит в стоимость. В России гарниры отдельно. Овощи отдельно, вода отдельно. Все отдельно. Странно. Как-то. Зачем гарнир отдельно? Не понимаю. Может, это без гарнира, конечно, есть, но обычно все с гарниром едят. А гарнир можно всегда выбрать на выбор. Там картошка пюре, картошка по-деревенски, картошка фри. Картошка такая, картошка сякая, ты можешь выбрать. Но она входит в стоимость твоего стейка, например, или рыбы. Да. И порции вот такие малюсенькие в России. Здесь порции чаще всего более-менее. Ну, если, конечно, это какой-то не прям гастрономический ресторан, где большое количество перемен блюд и блюда маленькие. Тогда да. Ой, кофе попила. Помада мне очень нравится. Давно себе хотела, видела обзоры, прям захотела именно этот сливовый плам, 10-й оттенок. Очень мне подходит. Крутила этот хайлайтер диоровский, но я знаю, что не буду им пользоваться. Так очень красивая пудреница. Если была бы румяна в такой пудренице, я бы купила, конечно. Люблю красивую косметику. Вот. Пудру мне надо прикупить хорошую, видите, вся блестящая хожу. Бесит меня эта елка, смотрю на елку, вон мигает, меня это бесит. Какая елка, блин, 1 ноября, видите, елка мигает. Все, началось, блин. Рано, ну, блин, Хэллоуин еще идет у нас вовсю. Так, купила вот такой вот кабель, чтобы постоянно не переключаться, потому что у меня два айфона, которыми я пользуюсь, они вот с таким вот лайтнингом, а новый вот такой вот. Поэтому купила вот такую подзарядочку. Надеюсь, будет работать. Что еще купила? Помаду. Больше ничего не купила. Перекусила в кафе. Сейчас с Никуськой мы встретиться должны. Там у нас свои дела с ней. Вот. Ну, такой день. Серый. Очень серый. К сожалению, солнца нет, сразу настроения нет. Никакого. Что, набегалась я по магазинам, купила вот такие вот салфетки. Это самые лучшие. Они такие плотные. Тут их всего сколько там штук? 25, что ли, в этой упаковке. Но они такие прям хорошие, плотные, влажные. Очень люблю салфетки Кика. У нас открылся магазин Кика. К сожалению, очень много было народу, музыка там орёт. Я не снимала, я хотела купить адвент-календарь. Хочу для Николь купить адвент-календарь. Вот, ну, не знаю, взять Rituals или Kika. Вот пока схожу, выбираю. Так, смотрите. Взяла вот такой от Rituals диффузор. Хотела его залить. У меня вот такой от Доктор Вранье закончился. Прям практически уже все там какие-то капельки остались. Закончился диффузор от Доктор Вранье, закончился. И я решила, возьму от Rituals. Подешевле, сэкономлю. Я думала, что это, девчонки, рефил. В этой банке. Я что-то не спросила. Сейчас куча народу везде. Вот, у нас же каникулы. Ну, короче, в общем, взяла такую вот штучку. Не знаю, сколько она стоила. Евро 18, может быть. Не помню. В общем, короче, я за выходные вот за это все потратила 100 евро. Смотреть не на что. Смотрите, короче, вот. А тут палочки. Вот эта бутылочка стеклянная. Я сейчас залью сюда вот эту жидкость, и все. И все, и будет у меня пахнуть вкусно, потому что вот этот аромат мой самый любимый уречился. Именно, да что ж такое? Именно вот этот такой, знаете, какой-то и с апельсинкой. У меня, кстати, крем для рук классный с этой серии. Короче, классная штучка, в общем, взяла. Вот это я выкину палки и вот эту стекляшку выброшу. Так, что, я взяла чехол. Телефон, который сейчас снимаю, взяла чехол. Вот такой вот 20 евро стоит, девочки. Дешевле ничего не было. Я просто хотела что-то прозрачное, силиконовое. Просто какая-то пластмасска. Я говорю, эй! Я говорю, Минир, мужик, который там работал, какой-то араб. Я говорю, ты с Алика покупаешь их по евро, а продаешь по 20. Я говорю, ты миллионер, наверное. Дай мне скидку. Он такой, не-не-не, не с Алика, не с Алика. Я говорю, ну откуда?
С Алибаба. Короче, посмеялись, скидку не дал. Ну, я и так в шутку, какая там скидка, дождешься. Там я одна единственная за день купила этот чехол у него. В общем, взяла прозрачный чехольчик. Ну, пусть будет, как говорится. Знаете, телефон падает по 100 раз в день. Все-таки очень дорогая вещь, и как-то не хочется его покоцать. Потому что вот этот телефон я пользуюсь без чехла. Ну, соответственно, он уже вот... Смотрите, какие там царапки. Не видно царапки? Ну, есть там царапки на стекле. Они потом, знаете, так немножко портят настроение. Вот люблю этот телефон, надо его продуть, потому что, когда веду прямой эфир, с него немножко шипит телефон. Так, что я еще купила? Я купила вот такую краску. Завтра у меня окрашивание в салоне. Но в этом салоне у них нет именно вот этой краски. Велла. Поэтому я беру с собой. Дело в том, что они там красят на другой краске. И поэтому они говорят, хотите, берите с собой свою краску, мы вам все замешаем. В общем, я беру вот эту Lumino 16, а пятерочка там моя уже лежит пол или даже больше. Я в прошлый раз приносила, когда в августе красилась. Так что завтра у меня окрашивание, вот, буду со свежей головой, может быть, постригусь. Ну, вот такие покупки. Ну что, давай сейчас зальем сюда вот эту штучку. Сейчас я ее вскрою, и будет у меня вкусненько пахнуть Рождеством. Такой, знаете, зимний рождественский аромат. Очень мне нравится. Какой-то там вроде как апельсинка, и хвоя, и древесные ноты. Очень-очень-очень нравится. Ну, такой не сильно интенсивный, конечно, но что делать? Вот такие мелкие покупочки, но приятно. Так, ну все, залили мы. Так, это я Феликса смотрю. Лайчок поставила Феликсу. Скоро у нас эфир с Феликсом совместный. Короче, я залила. Смотрите, там у меня еще такие шарики специальные плавают. В общем, короче, вот такая вот история. Все, пустую баночку выбрасываем. Вот эту еле достала эту пробку, она вообще мне не доставалась. Как вкусно пахнет. Все, теперь у меня будет аромат. Надо еще одну купить и залить. Еще одну залью, будет побольше. Такую же завтра куплю. И залью будет побольше, а то как-то маловато, да? Я вообще в шоке просто. Класс. Что это? Так красиво. Чего с шариком. Ой, девчонки, ладно. Все, пошла я. Забираться мне сегодня прямой эфир. США, будете смотреть в записи. Мой любимый мать, Феликс. Котеночек мой. Сколько у вас стоит новый iPhone?